В Евпатории почтили память милиционеров, которые участвовали в одноименном десанте. Имена героев советской армии увековечили на мемориальной доске, закрепленной на фасаде административного здания городского отделения МВД. Начало января 1942 года было страшным временем для Евпатории и всего Крыма. Для освобождения города на берег высадились десантники и специальная группа, состоящая из партийных и советских работников, а также сотрудников НКВД и милиции. 22 сотрудника евпаторийской милиции участвовали в евпаторийском десанте и практически все погибли, выполняя свой долг, защищая нас. Героев, которые отдали свои жизни, нужно помнить, хотя бы их имена и подвиг, что они совершили. Люди, погибшие, спасая родную землю, должны стать примером для каждого. Никита Егоров, служба новостей ИТВ.